На канале Биг Дак, и сегодня будем снимать дома. Да, в Роблоксе не такое. Ребята, знаете, эти вот все имена от кого-то не напоминают, и не угадать. Вот Наруто, Итиго, короче, эти все кого напоминают? Что это за мультик? Сайтама, Саске. Ребята, из всех этих я люблю Луффи. Вот, я и пойду его как раз дома строить. Наруто тоже люблю, но он занят. Это несправедливо. Ладно, Луффи тоже неплохой, идем. Напишите, какой любимый персонаж у вас. Или вы скажете, или напишите, что не смотрите. Куда теперь? Ага. Это дроппер. Вот напишем дроппер. Реально, ты следующий за 150 рублей. За деньжат. Ребят, походу мы можем в других не дома краситься. Да. Вот вы чаете штуки, все построить, стены это. Так вообще чувствуется, что я бомж. Живу на какой-то бедноте. Поэтому, ребята, сейчас я начну строить себе, попробую построить себе стены. Ой-ой. Ух, ребята, сейчас попробую. Ау. Уже сделаю себе первые дверьки, точнее стену. Во! Понятно. Так любой может до меня зайти. Но уже выглядит что-то. Хотя бы лучше, чем какие-то бомжатские постройки. А кого-то там три, но стен нету. И ребята, сейчас он туда тоже вкладу мои деньги. Ой, сейчас вы это не видели? Ребята, я иду. Так. Интересно, что там они в чате пишут? Это не чат. Вот чат. Прости, прости. Я поем, поем. Казачей на английском. Я поем, я поем. Прости, прости. Фигню не пишут. Так, стенку пора обновить. Это что такое? Руины полные. Луфи, а ну давай не подведи. А. Я что, тебя зря люблю? Вот таким что ли стать? Не. О, вот ты еще нормально дал. Сейчас. Сейчас надо стенку. Это что такое? О, дверьки, это обязательно. И даже хватает на еще одну стенку. Вот теперь через стену не пройдут. Да, реально по-дебильному все. Стоим. Нет, кто-то с оружием. Уйди отсюда. Мой дом. Быстро на стекла. Что за стеклами? Хотя бы еще одну полоску. Да блин. Что еще, наверное, надо? На меня уже покушаются тут все. Так, ребята, бежим и закрываем, потом можем себе жить тут спокойно. Жить спокойно, жить спокойно, быстрее!
Проверяем. Да, наконец, они не могут. Ой. Как? Ну, наверное, только с этой стороны. Нет, блин, походу, крышу надо. Ну, крыша-то дыра же будет. Ну, не знаю, почему. Да во всех есть, вроде. Где тут делают оружие? Главное, что мне сейчас надо знать. О, это чё? А, еще 1500. Ждем, пока накопит. Походу, именно тут оружие делают. Накопил. Как раз 1500. А, еще 80. О, это ци. А, это удалить. А как сделать частицы? Частицы. Жим, 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 жим. Пока что это больше делаем. Простите, ребята, у меня что-то с голосом. У меня горло чуть-чуть болит. Это очень больно. Надеюсь, он уже накопил эти денежки. Очень надо. 3000. Хотя пока я дойду, сделаю 2000. Сделал. Ну, 3000. Да, даже чуть-чуть. Чего не игра так зависает? Прям как в Майнкрафте. Во. Кувалда! А еще у него какие оружия были? Да не важно, сейчас все вспомним. Ребята, что, кое-что сделаю? Нет, ресет. Потому что вас так поможет игру успокоить. Иначе я не вижу другого выхода. Нет. Продолжает зависать. 6000 тут есть? Нет. Ауэйч. Амабач. Амабач. Панавэйч. Ребят, ну где вы? Мой молот уже хочет кого-то побить. Ребят, помните, я залез туда как-то? Сейчас попробую. Нет. Стоп. Как? Быстро берем ее оружие. И с помощью ее оружия буду всех убивать. Так. У нее точно эти оружия есть? Вот и вот. Этим я удалю ее. У нее, наверное, чуть-чуть помощнее будет. Ребята, я вижу, у меня 3 оружия. Валим домой. 4 косара у меня. 2 точно есть. Да не важно, где идти. Ладно, важно. Быстро! Надя.
быстро. Фух. Прорегенится. Простите. Бита. Кстати, что пистолет делает? Надеюсь, что только два этажа, иначе я, наверное, лопну. Так круто. Как хорошо, что я у нее это залутал. Так. Ребята, я сейчас тут сделаю второй этаж и присоединюсь. Ой. Ребята, я не могу поставить временно паузу, так что продолжаем. Так, ребята, у нас уже получилось поставить время на паузу, и второй этаж имеется, пока я дойду, 100 тысяч лет пройдет, может даже и 80, ну 180 тысяч лет. Скоро две шишки будут на одном и том же месте. И не елочные шишки. Во. Нет! Она сюда! Подошел! Иди сюда! Ты куда полез? Ребята, вор! Шел сюда! Шел! Десять тысяч! У меня даже удивление голос поменялся. Это что? Ребята, знаю, это что? Быстро меняю его место бластера. Ребята, это вот такая вот штука. Уэху! Прыгнуть! Я не хочу! Ой, я снова. Да у меня горло болит. Вон туда. Уху! Пожалуйста, хотя бы долети. Да. Офигеть, а что такое? Нет, ну за что я тебе сделал? Ладно, все же без оружия тоже можно. Максимум последнее мое самое крутое. И деньги за это заберу. 20! Я молчу.
Ребята, вы видели, как в прошлый раз просто через стекло прошел к ней? К ней. Точнее, к нему. Так. Интересно, что это такое дорогое? Меч. Радужный. Арка пропала. Так. И забираем. Подождите. А теперь можно уходить. 40 000. 40 500 рублей. У меня сейчас на счету, вот, и вон там 12 000. Смотреть на эту сумму и на эту. На эту! Я не буду вообще это делать. Я не готов тратить свои сразу тысячи. 28 000 свои сразу тратить. Так, 6 000. 7 000. 10 000. 12 000. И теперь какая разница, там и тут. Нет, там даже дороже. Ой, теперь я даже не знаю, что мне делать. Ну, и хаммер у меня. Так, поднимаемся. Вот, быстрее. Наконец. Сколько денег сразу посмотрю. Ну. Thank you.
Ребята. Я молчал, потому что они меня могут услышать. Ладно, я пошел умирать. Это мой самый большой. Это же это не главное, надо тут где-то миллион иметь. Или хотя бы 100 000. Ну или 50. Тогда уже. Нет, даже 100 000, нет, миллион только, или 500 000. Во, ровно 50 000. Ну, надеюсь. Ребята, я потом продолжу, когда уже чуть-чуть хотя бы развиюсь. Такс. А ну иди сюда. Иди. Теперь безопасно. Самый большой. Надеюсь, больше даже нету. То мои удивления хватает. 15 000. Посмотреть на вот это число, ну где? Вон слева. На мои деньги или над головой. 37 000. И 22 000. И не могу. До следующего надо 22 000, 20 500. Это сколько это получается? 20 000 плюс 20 000, 40 000, 42. И плюс по 500-ке 43 000 нужно в следующий раз. Так, идем и проверяем. Так. Лазвист, как? Ребята, я немножко сделал, потому что они стоили очень дорого. 39, это 44, стоит он 55 000. Ой, это меня очень утомило. Так. Заходим быстрее. Да хватит только на один. Ребята, я тут понял, тут, когда заканчиваешь, тут лестница и вверх есть. Но там цел. Потом надо будет все там за Роблоксы покупать. Поэтому я не могу. У меня Роблоксов пока что нету. И даже сделать их не могу, потому что денег почти нет. Значит, это мы закончим на втором этаже. Но еще полностью доделаю. Наверное, там полчаса будет. Поэтому чуть-чуть скоротаю время. Чё, игра зависла. Ребята, тут одна кнопка, и это единственная кнопка на этом этаже за деньги. А, подумаю, сейчас нет, сейчас попробуем сделать несколько. Просто надо купить. Этот там еще появится, наверное. Да, какой, наверное. Да, игра, наверное, меня сейчас бесить хочет. Я свой робот тратить не буду, у меня их и так мало. Я их сберег для другого видео.
Какой прикольный звук. Ладно, все. Проходим. Почему тут не так лестница, чтобы сразу туда? Так. И... Как я и говорил, вот стены за Роблокс. Это что? Ковер тоже за Роблокс. Ну и тем более, сколько надо. Офигеть. 23 000. А сколько это получается рублей? Короче. Ребята, всем... Короче, мы заканчиваем. Ребята, вот что у нас в итоге получилось. Дайте слезть. Не зависай, игра, хотя в конце. Походу, пока я дойду, все нервные клетки утрачу. Стены за Роблокс. 30 000 рублей? Нет, Роблокс. Рублей еще больше. Мы имеем вот такой дом. И всем... Подождите. Еще раз полюбуюсь. Не могу этим налюбоваться. Пока-пока.